Всем трем доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый. Ленивый я. Уф, да уж. Ну что, Darkest Dungeon? Напоминаю, что ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. Со слайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Продолжаем. Во-первых, хотела тут сходить в крестьянский двор, понабивать все воспоминаний. Меня там развернули очень веселым способом. Просто вы этого не видели, к сожалению. Ну, на самом деле, матерился я тут громко. Суть в чем, вот примерно такой командой я пошел. И буквально не доходя до кристалла, чтобы вы понимали. То есть меня интересовало только воспоминания. Мне было глубоко наплевать на все осколки, которые там выпадают. На все, что там было. Мне нужно было гребаное воспоминание. И буквально не доходя до него, совсем чуть-чуть, вот без шуток, да, следующий был босс кристалл. То есть я уже все вот-вот. Перед ним появляется компашка. Большой толстый скелет, мелкий скелет и этот дудочник долбанный. И знаете, что происходит? Дудочник выдает свою ту-ду на большого скелета. То есть смотрите, значит, ситуация. Ходят мои, появляются они. Они ходят последние. Мои, значит, все сходили, никого там, двое промахнулись. Ну, в общем, вообще, я сижу, думаю, ну, просто полный пипец. Вы, наверное, точно хотите проиграть. Называется, господи, боже мой, как я был прав. Они действительно хотели проиграть. Потому что следующим ходом дудочник, та-дам, на огромного. Огромный выдает шандарах по площади. 4 крита против всех по 40. Понимаете, да? У меня просто вся эта пати на смерть. Дальше ходит мелкий, одним ударом убивает висталку. Просто, сразу. Следующий момент. Дудочник, ходит дудочник, опять ту-ду на большого. Большой после этого проводит еще один шандарах. У меня убирают вот эти двое, остается вот это, дохлая. То есть она стоит с этим, как его... Господи. Стоит, в общем, одна, абсолютно пустая. Я так сижу. Это... Мать твою, чё вообще сейчас было? То есть, знаете, просто... Чувак, знаешь, ты говно, сейчас мы тебе это докажем. Бам-бам. Все, блин. Это был такой... Ладно, еще она отступить, кстати, смогла. Вот что самое хорошее. Я, по крайней мере, сумел отступить и этот... Я отступил, и почему-то у меня, ну, сохранились, короче, ну, в итоге вернул все артефакты, все нормально, почему-то. Вот, кстати, в этот раз артефакты вернулись, вот что самое важное, артефакты вернулись. То есть, было опять вопило, я у него забрал, а вот копье мне так и не вернули. Ну, в общем, мы идем сюда, и знаете, что я обнаружил? Да, смотрите. Когда герой решает бросить задание темнейшего подземелья, не всем из них удастся уйти, одному придется пожертвовать собой, чтобы прикрыть. Я говорил, что я ненавижу эту игру. Я говорил, что она дезморальная, дрянная, отвратительная. Говорил, да? Суки, кто это придумал? Почему? С какого? Почему я это знаю, во-первых? Почему мне сейчас об этом говорят? Почему это известно сейчас и здесь? Кто это сказал? Почему я должен кого-то теперь бросать? Мне что хотите сказать? Нужно взять какого-то ненужного персонажа? Не, ну как вариант, конечно, можно взять... Теперь понятно, почему мне про висталок говорили. Типа висталки расходный материал? Так что ли? Ну сколько у меня их? Допустим, раз, два, три. Я вот одного, кстати, не понял. Ну, правда, у меня вот эти вот есть мадамы. Я их почти докачал. 4. Вот эти вот, как их? Антикварки. Что-то мне интересно было эту команду прокачать. Команда странная, честно скажу. Три антикварки, одна висталка. Это очень странная команда. Они то рулят, то сливают. То есть тут... То ли я что-то неправильно делаю, то ли еще. Кого-то придется пожертвовать. Но, в принципе, у меня есть вот это вот. И, кстати, вот что я не могу понять. Мне написано, кто-то, кому-то придется пожертвовать. Кому? В смысле, ну, то есть, пожертвовать, это будет осознанная жертва? Или мне скажут, типа, рандома, вот мы вот этого выкидываем. Так, ладно, короче, пошли. Что ж теперь поделать? Салявей. Так, здесь все. Вроде все взял. Я тут накидал себе антистресса. Всем вот тут урон закинул. Тут тоже урон закинул. Тут вообще вот прям, чтобы минус стресс и шанс душевного подъема. То, что висталку постоянно звездят. Тут вот, вот так сделал. Ну, в общем, как-то что-то накидал. Что-то сделал. Ладно, пойдемте. Ой. Ну, вперед. Чё. Поглядим, куда нас это дерьмо приведет. Я понятия не имею, что нас там ждет. То есть, вообще не знаю. Но так как ресурсы меня мало интересуют, давайте наберем жертвы на максимум. Лопаты возьмем. Чуть еще. Вот это вот 6 штук, это 6 штук. Кэш. 6, я сказал. 6 штук. Этого 6 штук. Тик, 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 тик. Че еще?
Факела возьмем вот так вот, да ху-ху-ху-ху. Ключ. Ну, пусть, да, пусть 4 штуки лежит. Пофигу, 6 тоже. Гулять так гулять. Ой, да. Денег уже хоть жопой жуй. Конвертировать не во что. Воспоминания так не наберну. Ну что, кто-то из вас останется. Звезды снова сложились как нужно, и поместье оказалось в эпицентре космического хаоса. Сектанты собираются круг жутких идолов, и большие гонги звучат в ожидании грядущих жертв. Я глубоко внизу. Чего? А, глубоко внизу. Живые тени пульсируют так неумолчному ритму бьющегося сердца. Неумолчному. Ой... Мудак-то я не король был. И чё? Пошли. Я так понимаю, что здесь... А, бросить задание? Кровь павших вечно льется вниз по титаническим остриям. Тварь питается вашими неудачами. Угу. Как интересно. А ты, я смотрю, тут неплохо все это обустроил, да, дядя? Свет тут быстро улетает. Ёти, что такое? Это кто это? Экзальтированный сектант. Какие веселые ребята. Какой кошмар, а? Давай треснем. Стена плоти. Ага. А давай ты успокоишься. Continue the onslaught. Destroy them all. Как это? А откуда здесь сектанты? Как они сюда? Как они сюда, простите, попали? Можно подробности? Здрасте. Жрец-сектант. Да. Крит? А, он весь еще... А, понятно, я только сейчас заметил. Confidence surges as the enemy crumbles. Ну, начало такое. Бодрое. А вы что здесь делаете? Так. Хорошо врезал. Крыло. Так, этот умеет их защищать, да? Тогда давайте вот. Так вот. Так, тут 4-9. Тут 23, да? Не пробьет. Тут вероятнее. А, ну или так. Сейчас треснет, сучка. Треск. Ух, господи, что с тобой, чувак? Так, этому хана. Этому тоже. Эй, куда? Да чтоб тебя, ну. Так. Mount, so too will resistance. Феники-беники ели вареники. Сюда пойдем. Нет, серьезно, откуда они здесь таких количеств? Эти-то да, эти свои. Да, ладно. Четыре, семь. О, я забыл совсем едать ту хрень. Ну, ладно, так, а тут 6-12, да? Да чтоб тебя, сука.
Раскрытие судьбы. И, конечно же, они сейчас ходят. И все просто на тридцатку, блин. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Decimated. Силь давай. Гнида. Крит. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Красиво. Крит. Ай, дождешься от тебя. Как, блин, здорово хилить, так это всегда пожалуйста. Эй, куда? Ну пипец, блин. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Очень плохо. Oh. Еда пригодилась. Да, много тут ребят понастроили, конечно, прям вообще. Сюда пойдем. А смысл? Давайте прогуляемся. Откроем всю локацию. Не знаю зачем. За звездюлями, вот зачем. Крит нужен, крит. Спасибо. Так, 30. Спасибо. Это очень хорошо. Конечно, просто великолепно. Фу, господи, ну и гадость. Да. Хорошо. Лечи. Эй! Да что ж ты такой меткий-то, а? Гнида, блин, и главное вешает так спокойно все, блин. На кровотечение разоришься, блин. Да, ножик метнуть, конечно. Ну, крит, детка, ну крит нужен, а! А это что с критами? Ох ты ж, батюшки! Уклонение. Неожиданно. Немножко бестолковое действие я совершил. Ну да ладно. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear.
А, типа здесь также работает, да? Охренеть, они тут понастроили, твари. Как это, ребята, а вы это? То есть, получается, этот смотритель, глашатый, эти все они здесь, получается, что? Так сказать, так как это все подпитывается нашими неудачами. Они как бы были в курсе, что ли, этого всего дерьма? Похоже на то. Продолжаем движение. Ого. Начнем с дальнего. Не угадал. Фу. Фу. Дважды фу. Хорошо. Что ж ты не пробиваешь-то, а? Хорошо. Хил. Ну, крита не будет, даже не надейся, как говорится. А вот сейчас бы был нужен крит. Какой там крит? По минималочке прилетело. Интересно, у них с эти сопротивления. Какие-то, знаете, вон там 73, 107, 68, как-то это. А сколько у тебя? Глушение 73 попробовать, что ли? Да ну нафиг. О, спасибо. Кого треснет. И попал по. Попало по обоим. Я не знаю, кто это. Мальчик, девочка, блин. Не уверен, за что у него жопа есть. Как говорят же, мальчик, девочка, какая в жопу разница. Вот, да, только здесь я не уверен на наличие жопы. Push on to the task's end. Гонг. Пошли вниз, пойдем. Бросить задание. Правильно. А дзынь где? Отлично, минус этот. Здесь, к сожалению, такой счастья не будет, но... Опа! Ну, естественно. Не лавир там воздух. А, вон они что делают. Лучше они так делать не будут. Спасибо. А вот и кровотечение. Так, ну здесь, значит, кровотечение основная атака, да, основная проблема. Потому что яд мы вообще не трогали. Опий тоже, святую воду тоже нет, ключи вроде нет, вот целебные травы еще тоже немножко задействованы, но в целом основа это кровотечение, да? Окей. Снова это кровотечение. Тогда в магазине маловато предлагают этого самого антикровотечения. Но если бы я взял все, у меня было бы сколько. Че, дальше что ли пойдем? Давайте попробуем дальше. Хрен с ним. Я не знаю, как здесь все устроено. Ай, молодца. Ладно. Бывает, к сожалению, такое. Молодец, уклонилась. Добей, пожалуйста, добей. Крит нужен. О, да, это было очень стрёмно. Попробуем? Ать. Пробил.
Хотя тут вопрос, конечно, кто из них хуже, блин. Но этот кровотечение вешает, сучонок. Ну, крит, детка, нужен крит, понимаешь? Так, минус, хорошо. Сучка. Ну, он, конечно, ходит, блин. И, конечно же, он вешает кровотечение, зараза. Почему это? Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Ну, клоняться, хотя с чего бы ему клоняться? 41 с другой стороны, это самое уклонение. Добивать ублюдка, то он еще одно кровотечение воткнет. Ой, молодца. Вообще хорошо? Не ходи, не ходи. Не ходи, не ходи, не ходи. Вот, да, правильно. Мне надо сначала вот так сделать, чтобы компенсировать это. Вот сраное кровотечение, блин. У меня нечем. Сейчас бам и бам. 6 и 6. Все хуже и хуже и хуже. Это что за ху... злокачественный нарост. Крепкий нарост. Если вы обратили внимание на здоровье. Крит зайдет. Сколько у тебя там? Яд 78. Нет, давай вот это. Так, тут 36, тут 24. А может попробовать заглушить кого-нибудь? Нет. Что-то мне не очень нравится эта идея. Попал, ублюдок. Ну, этот сейчас защиту, видимо, поставит. Ну да, это, похоже, это какой-то саппорт. А, хорошо, уклонился. Крит. Так, 4, 7, 8, 16. Но сейчас крит плюс яд. Один черт, да, не пробьет. Ну, просто по минималочке, блин. Надо было ножом метнуть. С другой стороны. Ой, хорошо. Ой, плохо. Тоже кровотечение. Да, ну конечно. Всех кровотечение. Просто сплошное кровотечение, блин. Вот в прошлый раз надо было так бахнуть. Сознание? Типа оглушение, что ли, было? Должно было быть. Интересно, конечно. Тут, скорее всего, такая же фигня будет, да? Да, скорее всего. Да нет, пошли дальше. У меня просто ресурсов не хватит все это обходить. Тупо не хватит ресурсов. Вот сейчас был бы нужен крит. Или сейчас. Хорошо. 4. Тут 8. А, ну, значит, следующий ход для нее будет смертельный.
На нее можно не тратиться. Сучка. Слабая надежда, что у Висталки будет подушевный подъем. Жаль, я надеялся, Висталочка еще сходит. Подхилить их, ну, видимо, нет. Не в этой жизни. Ой. А ты кто? А, это ты ползучий ужас? А ты кто? Жрец-сектант. Яд бесполезен. Ну как бесполезен? Мы в любом случае снимем сопротивление. Но правда, это сопротивление, насколько оно вешается. Ослабление прошло. Вопрос, насколько это... Вот, блин, кровотечение, вот в чем проблема. Насколько сильно он бьет. Так, ладно, хорошо. Первый раз мимо. Ты ж, сука! А вот это очень печально. Вон что он умеет. Ворачивайтесь. Серьезно? Слушайте, ну это полная жопа. Он что, их постоянно сейчас? А, ну ладно, сойдет. Так, давайте-ка мы кое-что сделаем. Вот так вот. Ох ты, сучонок, а! Ты смотри, что натворил, блин. Да в смысле? Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно. Сука. Опять худший вариант. Критуй, детка, критуй. Блин, это очень плохая атака. Живи, 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 уклоняйся, уклоняйтесь. Ну что ж вы не уклоняетесь-то? Молодцы, 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 все правильно. Ай, дряни опять. Есть, ну уклонились, хорошо-то как, а? Так, а может сможет? The bigger the beast, the greater the glory. Ай-яй-яй, Висталочка, живи. Висталочка, живи. Живи, Висталочка, живи. Живи, моя хорошая. Живи, живи, живи. The wounds of war can be healed, but never hidden. This expedition at least promises success. Ага.
А... You have merely glimpsed the edge of the abyss, but it is enough to trigger the cycle of revelation. Now, like me, you will begin to see things as they truly are. Подождите, а что-то я не понял. А что это за факел? Что-то я ничего не понимаю. Факел какой-то появился. Они все на месте. Мне же сказали, одного потерять придется. Герои, выполнившие задание в темнейшем подземелье, пережили слишком много. В зависимости от выбранных режима и настроек игры, они либо наотрез откажут туда возвращаться, либо просто испытают сильный стресс, вернувшись туда. Так, подождите. Так мы можем тут... А, то есть, типа, они стресса нахватают очень много. Что-то я, честно говоря, не очень понял. Наград-то нет. Так. Так, подожди, вы хотите... Вы... Геометрия здесь все неправильная. Ага, одного раза хватит. Да не вернусь. В зависимости от режима игры. Какой у меня режим игры, интересно? Ха! Что-то я не очень... Не совсем я понял этого юмора. А кого я должен был потерять тогда? Подождите. Хрень какая-то. Тут даже стресса-то нет, как такового. Никакового. Хм. Так. У тебя давай на лечение. Так, ты у нас чё? Пугливость. Пугается. Пугается оно. Она. Угу. То есть получается... Ага. Проблема. То есть у нас... Так. На самом деле это интересно. А у меня получается сейчас... Так, сейчас... Они отказываются. А, нельзя позволить существу сформироваться, дать защиту, зажгите огни, пусть чудовище покажется раньше срока. Долгая. Железная кора нас. Железная кора нас. Так, что делать? Ну, можно взять, например, разбойника. Раз. Например, разбойника. Еще одного разбойника, да, чисто теоретически, чтобы они шли вот за счет неприцельных выстрелов. Ну или... Ну, как вариант, кстати, двух разбойников, одну весталку, она у меня есть. И кто-то нужен четвертый, да? Кто-то нужен четвертый, на четвертую пойди. Ну, четвертую можно этого взять, да, вот. Дрессировщика. В принципе, он как раз вот отсюда будет бахать по всем линиям. Плюс вот снятие стресса, кстати. Ну, кстати, да, нормальный такой, я считаю, вариант. Так, ну эти тогда отдыхают. Слушайте, а что тогда, хорошо? Мне никуда... Квапили. А смысл? Ничего нету. Вапилу я так и не понял, честно говоря. Он не возвращает те артефакты, которые у меня пропали. Сейчас. Убиваешь его, ну, каких-то уникальных черт, там написано, вы можете получить какие-то уникальные черты. Какие уникальные черты? Я нашел какое-то воронье что-то там. Ну, это полная хер, честно говоря. Я не знаю, что-то я так и не понял этого вопилу. Ну, то есть надо идти еще раз, да? Ну, ладно, тогда в следующий раз разбойник, разбойник, весталка и, собственно, да, наверное, вот этот дрессировщик пойдет. А потом... Ой,
Тебя тоже лечить надо. Чё ж ты молчишь-то? А кто тут у нас еще неотличенный? Есть такие? А ну признавайтесь, все равно найду. Я чего-то не понимаю. Я вот чего не понимаю. Так это как мне при вот таком наборе персонажей? Мне сказали, по-моему, 6 раз надо будет туда сходить. То есть, если каждый раз 6 на 4... А, ну хотя 6 на 4 это 24 перса, да? То есть 4 еще надо. Блин. Мне тогда перепрокачивать придется кого-то. Блин, это надолго. Черт побери, у меня нет столько времени, чтобы на эту игру сейчас тратить. Ну ладно, в общем, разберемся, никуда это все не денется. Как я уже сказал, в следующий раз пойдем другим составом. Ну да, пока что, народ, всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. Со лайки, дизлайки, подписки, без отписок, комментарии. С меня контент, извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда смотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, девушек, чмокаю щечку. Увидимся в следующей серии. Darkest Dungeon. Отвратительная дизморальная игра, которую я ненавижу, но которую я все равно пройду. Как-то так.